Мы идем на третьем месте. Впереди Александр Гельман и Рауф Мамедов. Иногда да, Рауф берет бешеный темп, всех обыгрывает Рауф на берсерках. Рауф там жарит пока всех. 16 очков и, конечно, с большим отрывом Галка лидирует в турнире. На берсерках, конечно, жестко всех побеждает. Бык вперед. Ну, если Рауф играет без стрима, он, конечно, явно фаворит. Все-таки супер-гроссмейстер без стрима, это, конечно, будет всем тяжело. И Вячеслав Витик. Приветствую, Вячеслава. Ждем первый ход. Е4. Ну, C5, сицилианочка. Обычно редко играет Вячеслав Сицилианский, обычно играет лондонскую систему, а здесь идет вот на вариант Росалима. Сицилианская защита. Вячеслав также стримит. Так, Е5 вроде как. Давайте конь D5. Вроде как. Да, конь C7 люблю ходить. Такой вариант. Конь идет так, назад, что но здесь? Определяется то слона b5. Здесь выбор. Либо давайте бить, либо не бить. Заберем. Да, обычно бьют. Но тут я люблю план. Так, h6 это мне не совсем понятный ход. Который сейчас осуществится в партии. Слона на f5, коня на f6, пешка на g5. Да, слон f5. Ну, d3, наверное. Пешка все-таки подвисает. d4, ладья d1. Так, да. Дорогая моя ладья супруга d1. Начала стрим. Блин, шахта с ладинкой. Татьяна чуть задерживается, у нее была тренировка, да, поэтому дает некоторую фору соперникам. Три явно ходить не хочется. Да, но сейчас всех на берсерках начнет выносить. Шутка, конечно, но почему бы и нет. Ну, давайте пойдем. Так, сюда. Странный ход коня 3, если честно, но конь идет потом на c4 в будущем. Так. Ну, логичнее было начать все-таки с d3, чем с коня 3. Ну ладно, это дело Вячеслава. Ладно, d3, наверное, планово. Так, b5 могу ограничить так, коня, посмотрим. Конечно. Но могу и не ограничивать. Здесь план у меня, конечно, g5 ходить. G5, ух ты, 7 ах ты. И так далее. Сережа, что же ты делаешь, да? Потихонечку развиваться, да. Здесь b5. Сережа, ну, походу, не любит шутить. Гонять не буду. Так. Пока развиваюсь, b5 ставлю на потом. А4 все равно где-то могу. b5 пойти, в принципе. Пока развиваемся. Интересная А4. Позиция. Нужен я думаю, черный ход. Здесь комфортно все. E1. Белым не так просто проводить какой-то план. E3, у них нет такой, да, четкой игры. E3, наверное, непонятно, за что покрепче цепляться. Выглядит. То есть есть много ходов. Так, у них 4 есть ход. Покрепче выглядит. Ферзь отойдет, да? Ничего не добился. Слон g6, поэтому давайте, друзья, пойду. Просто слон g6. Так. Конь f4 можно тоже было, но да, такая ферзь вот там пошел куда-нибудь. Это позитурка, блин. Так, куда этого ферзя? Давайте не на d7. Можно на c7 на пешку давить. Ну, хочется честно как-то говоря, на D7, там чуть что буду, не знаю, какой-нибудь 4, честно, присматриваться вот к чему-то. Так, Вячеслав вообще не боится ничего. Ничего не боится. Честно, вот кровое так, но. Так, конь F4. Так, конь F4, слон H5 как-то там. Да время я вижу, спасибо, друзья. Так, есть у меня, конечно, ход еще. Крыльчонок, ну... H5, интересно весьма. Я не уверен, что в этих схемах Сережа прям очень сильно шарит. Позиция нестандартная. Так, H5. Может и шарит, а может и нет. Посмотрим. Так. Посмотрим. H4, так. Ладно, друзья, давайте рискну H5. Да, H5, он все-таки... Немножко рискую, потому что прославляю позицию, да, королевского фланга. Но зато хочу как так, бы, ну, да, вскрыть позицию. G4. И ладно, попытаться так наказать. Так, висит пешка, да, вот минус. Что висит пешка, играем, конечно. Ну что ж, тут G4. С огнем играем. Сюда конь D4 у меня есть ход. Либо вначале сбить GH. Ну давайте вначале так все-таки. Да, конь D4, попал надо на ферзя. Там уходить. Пешка C2. И здесь уже... А, здесь давайте уже так. G3 надо ходить. Ферзь D5 у меня есть ход интересный. Так. F3 он там пойдет, ну, там, да? Король H2 станет, коня прогоню. Там конь C2, конечно, интересные все эти что варианты. Что знает? Ну, давайте попробуем. Что там конь знает, C2, что это потом за слон позиция? D3. Все очень интересно, друзья. Так. Все очень интересно. C3-то я должен ходить. Так, ой, да ты ж не мат, ё-моё, ты ж не мат. Так, ну конь f5, у меня есть ресурс зато. Конь f5. Да, конь f5. Пунктик g2-то потрескивает, так-то. Конь e3 он обязан играть, но
Конь e3, да? Конь e3, так, пешка на d3. У меня очень... Так, ну, Вячеслав взевает... А, блядь, что я делаю? Ёпт, ваша честь, как говорится, дорогие друзья, ферзь g2. Ну, это я совсем... Да, Вячеслав, наверное, сейчас подпрыгнул на стуле от шока. Но бывает уже. Какой конь f5, там же мат разит, ё-моё. Да, в честь друзей такой замечательный мат на пункте g2. Да, грачонок, поздно. При пешке на h3, нужно быть очень внимательным. Конечно, гость, все-таки это не шуточки, друзья. Да, Рауф Мамедов тем временем потерял. Я забыл там, да, забыл просто, что мат. Так. Так, ну ладно, в эту схемку, наверное, все-таки не стоит идти. Так, друзья.